have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, мы с вами в Диско Элизиуме, и я думаю, что сегодня нам нужно оставить пока что вот это дело с церковью и наркоманами, ну не наркоманами, а которые типа там наркоманы. Я думаю, что сейчас мы с вами пойдем... Что это такое? Таксофон. Металлический телефон, автомат под желтым пластиковым козырьком. Если есть мелочь, можно кому-нибудь позвонить. Поднять трубку. Я могу кому-то позвонить отсюда? Опустить 10 сантиметров, набрать случайный номер. Да, давайте. Набор номера. Набор номера продолжается. Гудки прекращаются. Кто-то поднимает трубку. Пьер, это ты, Пьер? Судя по голосу, этой женщине лет 100. Нет. Да, это я, Пьер. Как хорошо, что ты нашел время позвонить мне так одиноко. Даже животные умерли. Это нехорошо. Одиноко бывает даже среди людей. А вы точно Пьер? Голос совсем другой. Я там хризантемы... Ее голос тонет в помех, звук волн, набегающих на песок. Он становится все громче и громче, а потом связь внезапно обрывается. Погодите, мы сюда обязательно еще вернемся. Я думаю, это аттракцион многоразовый. Что нам нужно? Нам нужно сейчас согласиться на дело о покойнике. Я обдумал немножечко все, что здесь произошло. Мы сейчас согласимся на расследование и пойдем обратно. Тут мы все осмотрели. Давайте соглашаемся. Что нам с ним делать? Взять дело. Мы его нашли, мы разберемся. Хорошо, мы осмотрели читательский билет. Предлагаю позвонить в библиотеку Джемрака из Кинемы и попытаться выяснить что-нибудь о Билли Межане. Хорошо. Все, валим. Хорошо, что я билет осмотрел заранее. Теперь мы возвращаемся к танцам в трепье. И нам нужно сделать очень многие вещи. У нас день подходит к концу, поэтому давайте поторопимся. А на эту сторону мы с вами вернемся, тогда же получается завтра. И вот этот таксофон, мы еще обязательно с ним пообщаемся, насколько это возможно. Так, а как мне вернуться? Нет, это я вернусь к ребятам в палатке. Сейчас я быстренько сориентируюсь. Я думаю, здесь. Я могу заночевать бесплатно. Но я думаю, я этого делать не буду, по финансам у меня нормально. И мне нужно обязательно вернуться в танцы, потому что мне нужно записать музыку. Мне нужно спеть караоке. Мне нужно много чего, поэтому мы с вами сейчас возвращаемся. Нам надо отправить письмо Эклера. Я надеюсь, что я сделал правильно, ну, в смысле... Я-то точно знаю, что я сделал правильно, то, что я не подставил тех людей, но... Мне нужно точно знать, что им ничего не угрожает. Поэтому вот к чему я говорю. Если бы я подписал все сам, было бы лучше или нет? Потом, мне нужно поговорить с пролетаркой. Мне нужно сделать кучу вещей здесь, как-никак. С чего бы начать? Давайте с Кинемы начнем. Позвоним в библиотеку. Потому что если скажут, информация будет завтра... Так, снова взять рацию. Соедините нас с публичной библиотекой Джемрака, пожалуйста. Боюсь, она закрыта. Тут говорится, что библиотека работает с 10 утра до 6 вечера. Черт, мы на 47 минут опоздали. Надо будет вернуться в рабочее время. Понял тебя. Мне нужно сообщить о трупе на пирсе Мартинеза. Минуточку, она листает какие-то бумаги. Могли бы вы описать тело, возраст, пол, причину смерти? Непознанный мужчина средних лет 170-175, темные волосы, средняя комплектация. Судя по всему, он поскользнулся, провалился в дыру в пирсе, ударился головой в металлическую скамью. Сообщаем. Мы подозреваем, что он мог поскользнуться в нетрезвом состоянии. Вокруг него были бутылки и на рубашке следы рвотных масс. Следы носили.
Возможно. Нет, кажется, на самом деле вот это вот я не уверен. Я думал об этом между сериями, и вполне возможно, что его толкнули собутыльники. Черт, надо было к алкашам вернуться, куртку-то вернуть. Нет, кажется, это несчастный случай. Наружный осмотр не требует, не требуется, повторяет она. Вы слышите, что параллельно она быстро печатает. Что насчет личных вещей? Вы осмотрели его одежду? На нем были сапоги, брюки, старая кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой. В кармане я нашел читальский билет. Какие-то данные читальского билета. Он из центральной публичной библиотеки Джемрака, владелец некто Билли Межан. Отлично, у вас есть наводка. Вы с лейтенантом Кицураги хотели бы взять это дело сами? Или мне поручить его кому-нибудь? Мы возьмем дело сами. А, то есть выбрать еще здесь можно было, не только там. Окей, понял. Я назначила дело лейтенанту Киму Кицураги. Пожалуйста, станьте личной жертвой, использующейся читательским билетом. Мы пришлем кого-нибудь забрать тело в морг. Ой, даже не мы это будем делать, спасибо. Что-нибудь... Так, это я пока не буду нажимать, это нам нужно завтра. Быстренько... Я забыл про алкашей. Быстренько, пока еще 18:52, бежим к алкашам и отдаем куртку. Я просто не хочу с этой рвотной массой оставаться на ночь в инвентаре. Я не знаю почему, но вот не хочу и все. Я просто забыл про алкашей, надо будет сейчас быстренько к ним смотаться. Это вроде как через внутренний двор, там где дети. Ну-ка, сейчас посмотрим. Если мы пойдем сюда, здесь лодка, здесь... Да, они там за забором будут, то есть мне сейчас нужно оббежать. И вот здесь вот они будут. Дурак от роду так, по-моему, про этого чувака нам говорили, вот они. Что-то я их даже не заметил. Это ты? Я нашел твою куртку. Хочу сейчас послушать историю. Это так. Вот, куртка. Текила. Я знал, что ты не подведешь. Она офигенно. Это офигенно, чувак. Я нашел даже больше, чем искал. Ты о чем? Рядом обнаружился труп. И причем тут моя куртка? Скорее всего, ни при чем. Забудь. Это довольно причудливое совпадение. Что мне такого... Что мне до какого-то местного жмурика? Ты мне куртку отдашь? Ладно, забирай. Ха. Дай-ка я гляну. Это что? Это не моя куртка. Моя куртка была прекрасная. Это фигня магазинная. Что-то с ней... Что мне с ней делать-то? Послушай, я только что наткнулся на очередной труп. Мне не дело... А чего ты ожидал? Ты оставил ее без присмотра на неделю. Не нужна мне эта бомжатская тряпка. Я, может, и вращаюсь по орбите... безвозвратного разложения, но даже у меня есть стандарты. Получен предмет. Он мне вернул. Так, он протягивает куртку тебе. Если или верни ее первозданный вид, или брось ее в мусорный бак и спали. Лейтенант изучает куртку, которую ты держишь в руках. Знаете, несмотря на гуану, сама куртка похожа грязезащитная. Возможно, ее просто нужно хорошенько почистить. То есть вы мне предлагаете стирать куртку, найдите куртку, постирайте эту грязную куртку. Я тебя понял. Все, Ким, валим. Бутылки я сдам уже, наверное, завтра. Я не хочу сейчас идти во фрите. Наверное, у меня уже не хватит времени. Хотя, черт его, бутылки сдать не так долго. Сейчас посмотрим. Добежим быстренько. Нам, не, ну, в принципе, не настолько уж и много вещей нужно сделать. Я просто боюсь не успеть. Когда там в 9 часов все ложатся спать. То есть у нас 2 часа осталось до полного отбоя. Фритет тоже, наверное, в 9 закрывается. Постирать... А где можно постирать куртку? Где у нас были варианты со стиркой? А, погодите, фрите, конечно, фрите, нам нужен почтовый ящик. Я знаю, что для... Я знаю, что для чего-то этот почтовый ящик нам понадобится. Я знал. Бросить конверт, почтовый ящик. Так, давайте вот так. Да, чтобы отправлять почту, например. Бросить конверт. Ты бросаешь белый конверт в темную щель с мягким стуком, он падает на груду других писем.
Здесь накопилась почта примерно за неделю. Скоро письма должны забрать. Наверное, так будет правильно. Нельзя доверять этой змее Эврару. Ты просто уверен, что он собирается как-то тебя обмануть. Я-то точно в этом уверен. Ну хорошо, давайте вернемся к Эврару. Поворачивается к грузовому порту лейтенант. Если ничего ему не говорить, то когда он обо всем узнает, будет уже слишком поздно. Это нужно нам еще с Эклером, получается, поговорить. Черт, а мы успеем, не успеем? А пролетарки тут уже нету. Блин. Так. Позвонить в публичную библиотеку, это я знаю. Поговорить с Эвраром. А где у нас... блин, с Эйкомоном это еще то будет. Ловушки. Проверить ловушку на краю земли, далеко на северо-востоке. Здание Фельд. Блин, с этими ловушками. Я про ловушки на самом деле забыл. Найдите куртку, которую... Так, отдайте Гарту. Это две подписи Эврара. Ботинки повешенного. Снимите ботинки с жертвы. Но как, если он уже уехал? Найдите орудие убийства. Рабочее орудие, татуировки. Так, хорошо. Стоит ли сегодня говорить с Эклером? Но, возможно, эта ситуация разрешит мою проблему с пистолетом в итоге, хотя я ему не доверяю. Так, ладно, нет, с вами я буду потом говорить. У нас много всего сейчас. Пойдемте во Фрите и пойдем... Я думал, что я сейчас с пролетаркой смогу поговорить, но фиг там, ее уже нет. Наверное, она появится на следующее утро. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере, когда мне еще с ней говорить. Пойдемте во Фрите и пойдемте, наверное, к Эклеру. Я тогда успею. Если все нормально там. Быстро сдаем бутылки. У нас есть еще 2 часа. 2 часа нам должно хватить. Я пытаюсь сейчас просто... Уже пару раз обжегся об это все. О, неплохо. Пару раз обжегся. Теперь я пытаюсь более-менее оптимизировать наши действия, чтобы... не растягивать все еще больше. Не потому, что я не хочу растягивать, нет. Ну, игра очень интересная, я наслаждаюсь каждой серией, которую я снимаю. Я просто хочу как-то поэкономнее быть со своим временем здесь. Так. Мне интересно, что делать с заданием с ботинками. То есть я-то ботинки уже не сниму. Разве что когда-нибудь в какой-то момент мы попадем еще раз в морг. Но я сомневаюсь, что это случится. Но задание не провалено. А тут есть такая штука, как проваленные задания? То есть если ты что-то сразу не можешь сделать, тебе просто говорят, что задание провалено и все. Это интересно. Потому что, ну смотрите, броню я нашел, перчатки я нашел. Шлем пока что под вопросом, потому что Куна говорит, что он его выкинул в море, но я ему не верю. А вот с ботинками все довольно предельно ясно. То есть я знаю, где они, я знаю, как я мог их достать, но я не знаю, теперь смогу ли я их достать. Так что, да, это есть проблема. Посмотрим, что он нам сейчас начнет заливать эклер. Он скажет, я бы с удовольствием вам помог. Ну вот еще одна вещь, которую мне нужно, чтобы вы сделали для меня. Это уже не удочка, правда? Это же не удочка, правда? Это что? Ладно, Эклер, что ты нам скажешь? Все сделано, я отправил подписанные документы. Возвращение золотого мальчика. Чудесно, просто чудесно. Гарри, он хлопает в ладошки, как ребенок, которому только что предложили сладкую вату. Конечно, я уже об этом знал. Конечно, ты уже об этом знал. Ублюдок. Опа. Очко навыков прилетело. Мой друг почтальон подтвердил, что письмо отправлено. Сегодня вы сделали замечательную вещь. Вы подарили дети Мартина за будущее. Гарри, кажется, я начинаю вам доверять. Теперь вы, мой ближний друг, вы тоже господин Кицураги? Он кивает лейтенант, широко улыбаясь. Мы можем говорить о чем угодно, о забастовках, об убийствах, о вашем потерянном пистолете. Никаких запретных тем. Опа! А вот это интересно. Как ловко сделано, мессир. Немного хитрости и плутовства, и вы у цели. По поводу подписи, которую я получил. Я знаю, что вы планируете выжить людей... я пока что не буду это говорить.
Я могу теперь получить свой пистолет? Гарри, буду честен. Он становится серьезным. Ваш пистолет был найден еще 2 дня назад. Мне было очень тяжело скрывать от вас эту информацию, но так уж было нужно. Ладно, и где он? Он у одной старушки. Не скажу вам, Гарри, ходят слухи, что человек она непростой, так что будьте осторожны. Ну, ты думаешь, я этого не знал, чувак? Я это знал. Ладно. Должно быть, это та женщина, что купила пистолет у Роя. Та, которую он назвал пугающей. Значит, пистолет все еще у женщины, которая выкупила его у Роя. Да, пистолет у нее. Я вижу, вы это также кое-что выяснили. Правда, продажа в ломбарде облегчила поиски. Он улыбается и удивленно качает головой. Просто сумасшествие, Гарри. Вот так просто... вот так продать свой пистолет. Невероятно. Ну, в любом случае... Что же у нас в любом случае? Соседи этой старушки связались с моими людьми, потому что доверяют мне и профсоюзу дебортеров. По всей видимости, она размахивала оружием перед входом в свое жилище. А кто эта старушка? К сожалению, больше ничего не знаю. Вам придется действовать вслепую, Гарри, но это пожилая леди, которая опасается. Она может какую опасность она может представлять? А кстати, она называет себя мусоркой. О, что, блин? Так, каких пожилых леди мы знаем? Давайте подумаем. Я, например, нахожу такую самокритику довольно необычной. Он улыбается уголками губ. Она размахивала им напротив людей. Как я и сказала, человек, она непростой. У меня не было времени узнать все в подробностях, улыбается он. Кажется, она не совсем в себе, но не переживайте, никто не пострадал. Возможно, мы им дело с медицинской проблемой. Будьте осторожны. Вы можете организовать нашу встречу? Уже сделано. Он поднимает указательный палец. Сегодня с 22 возле старого рыбного рынка на побережье того, что на пирсе, недалеко от рыбацкой деревни. Будьте осторожны, Гарри. Я бы сам никогда не подверг вас риску, но вы сами попросили. А теперь, хлопот в ладоши, перейдем к чему-нибудь более жизнерадостному. Погодите. Сегодня после 22, когда уже все уснут. Возле старого рыбного рынка на побережье, того, что на пирсе, недалеко от рыбацкой деревни. Это недалеко от того места, где мы Кинему утопили. Хорошо, пойдем проверим. После 22. Понял. Хорошо. Снова что-то веселое. Он смотрит на тебя. Мне кажется, веселья нам уже и так хватает. Это вы приказали убить повешенного? Нет, Гарри, он энергично кивает головой, хотя я очень, очень рад, что он мертв. Чем вам выгодна его смерть? Ну, разумеется, войной. Ах ты ж, крыса. А чем вам выгодна война? Ну, это понятно. Победой, господин Кицураги, победой. Мы развяжем войну с Wild Pines и выиграем, и не успеют они понять, что началось. I see dead people. Ладно. Знаете, что могут сделать 2 серийных... Та-та-та, у них хорошо обученные военные. Разве не боитесь за своих людей? Гарри, наши численные преимущества над ними составляют 1500 к 1. И это только в Мартинезе. Объединившись с остальными профсоюзами, Ревашоли и перетянув общественное мнение на свою сторону, мы сможем противостоять 2 бойцам или 15, или даже 50. Дураки, дураки. Чем больше людей они пришлют, тем им хуже. Они совершили огромную ошибку, наняв этих парней. Никто не любит иностранных наемников. Левые их ненавидят, фашисты их ненавидят. Даже моралисты думают, что это неприлично. Да, все их ненавидят. Может быть, за исключением ультралибералов, к которым я отношусь. Как связано с забастовкой? Нет никакой забастовки, Гарри, это война, классовая война, или, если выражаться деловым языком, внезапный аудит, или... Погодите, он задумчиво потирает подбородок, за аудит все равно надо платить, мы ничего платить не собираемся. Вы уже заплатили, просто не поняли это. Мы ничего не отдадим, мы заберем у них терминал Б, дороги, ворота, контейнеры, огромный кран, даже чертову кофемашину, мы отдадим это все людям, и нафиг Wild Pines. Это нафиг из его уст звучит как выстрел. Он не часто использует ненормативную лексику. Поэтому вы не впустили Джойс? Да, именно поэтому я отпустил этого карлика Гамона. Он слишком славный человек. Я не могу заставлять его через
все это проходить. А эта женщина дырку в голове от дырки в заднице не отличит. У нее никаких шансов. Вот этот вот вопрос, зачем вы посвящаете? Потому что нас самих собираются грохнуть. Ай, черт. Потому что мы друзья Гарри. Кроме того, сейчас тоже не имеет никакого значения. Вы можете пойти и все ей рассказать. Это не повлияет на ход событий. У нас значительное преимущество. Посмотреть на часы. Он смотрит на часы с меч рыбы. Процесс уже запущен. По поводу подписи. Так, сколько человек состоит в профсоюзе? 2372. Молниеносно отвечает он. Плюс, конечно же, ваш покорный слуга. 2373. Это впечатляющая цифра для трудовой организации в Ревашоле. Как вы планируете финансировать свой новый независимый порт? Блин, с помощью наркотиков, контрабанды. Они уже этим занимаются, между прочим. О, вы хотите сказать, какие товары мы будем перемещать? Как я собираюсь компенсировать убытки от контракта, который мы потеряем? Едва запахнет жареным. Кем заменю ушедших клиентов? Гарри, мы все продумали. Клиенты в любом случае предпочтут хорошо известный международный конгломерат какому-то местному мафиози. Вы же не думаете, что дело пойдет так же гладко? Огромная часть клиентов уйдет. Конечно, некоторых клиентов мы потеряем, но помяните мое слово. Компания неприятно удивится, когда узнает, какое количество осталось верно Мартинезу и новым выгодным контрактам, которые мы можем предложить. С тем возрожденным энтузиазмом, который подарит обществу общественное собственность, люди будут работать в двойную смену. Вы удивитесь, когда увидите, как быстро можно делать дело, скинув себя паразитов. У нас будут развязаны руки, и мы сможем устремиться к необычным экзотическим источникам дохода. Ну, наркотики и контрабанда. Он про нарк... Спасибо, скорость реакции. Да, я про это же. К наркоторговле. Ким, красавчик, тоже уловил. К наркоторговле? Не глупите, господин Кицураги, существуют абсолютно легальные, стопроцентные этичные химические заводы самарийской изоли. Не нужно проявлять колониализм в данном вопросе. Они занимаются исключительно производством компонентов для поддержания фармацевтической отрасли на плаву. Речь идет о здоровье людей, бабуль, детишек, инвалидов. Блин, вот такие вот хитрые твари, а вот они есть в реальной жизни. Это только верхушка айсберга, не так ли? Компания считает, что перевозка таких химикатов большими партиями выглядит плохо. Он изображает в воздухе кавычки. Создает отрицательный имидж. Может быть, незаконно в некоторых странах. Но профсоюз дебордеров нас интересует только строчка с большими объемами. В грузоперевозках строчка с большими объемами называют крупного покупателя. Акулу бизнеса. Мы будем перевозить все это, не зная сна и отдыха, Гарри. Он снова ударяет кулаком по столу. Чтобы ваш больной ребенок мог получить свой бенефит. А ваш чокнутый дядюшка не остался без респиразола. Так, бенефит. Это детское лекарство от простуды, обычно с абрикосовым вкусом. А респиризол применяется при острых психозах. И что же детям на улицах хватало спидов и пиролидона? Я, господин Кицураги, человек старомодный. Иногда могу выпить пиво с парнями, но понятия не имею, о чем вы толкуете. Улыбается он. Он улыбается. Но если... Окончание тут и начало здесь. Ладно. Но если бы я поставлял ингредиенты для какой-нибудь радужной вечеринки, я позаботился бы о том, чтобы профсоюз получил фантастическую долю и держал бы все это подальше от Мартинеза. Это практически чистосердечное признание. Да. С наркотиками я мириться не буду. Мне придется об этом доложить. Должен признать, довольно хорошо продуманный план, который оставляет вас чистеньким. Очень интересно, но я просто хочу раскрыть убийство. Такой контроль за оборотами наркотиков не имеет смысла, иначе не могут угодить. Имеет смысл, иначе... Я просто... Понимаете, то, что я ему скажу, не имеет никакого значения. Все равно его переубедить ни в чем я не смогу. Я просто боюсь, что нас не выпустят отсюда. Мы все-таки на его территории. Черт, ладно, давайте вот так.
Знаете, вы почему такой хороший детектив, Гарри? Вы... вас не удивишь... вас не уведешь в сторону. Вы беспокоитесь только о людях, которые вам положено защищать, а не о каких-то схемах, которые могут оказаться неэтичными, а могут и не оказаться. Ну да ладно, не будем заострять внимание на сенсационной схеме наркоторговли. Такое чувство, что кроме этой гипотетической операции никто ничего больше, никого больше ничего не интересует. Но в любом случае была бы только малой частью товарооборота порта, как и сам порт, всего лишь малая часть Мартинеза. Это в любом случае незаконно. Давайте взглянем на общую картину. На Мартинез как на целое. В нем живут девочки, которые мечтают писать музыку, молодые матери, которые хотят открыть свое дело, модели, которые хотят ходить по подиуму, и сварщики, которые хотят варить сталь. Я объясняю их всех... я объединяю всех под единой экономической эгидой. Это место станет частью корпорации будущего. У всех будут одинаковые достаток, и каждый будет вносить свою лепту. Да, это все как там... звучит хорошо, но не работает. Ну что, слово корпорация мне нравится, деньги я люблю. Амбициозный план, мне нравится, что вы делаете для... Не очень-то это по-ривашольски, не достает флагов и королей. Честно говоря, не мне обо всем этом судить и высказывать мое мнение. Вот. Гарри, это замечательно, на что вы готовы пойти, только бы не замарать руки. Он смотрит на тебя с любовью. В доме эклеров вас всегда будет ждать мягкая постель, а в будущем Мартинезе вам уготовано особое место, мой друг. Могу я спросить вас о конкретных членах профсоюза? Мы уже давно прошли этот этап конкретных членов профсоюза. Сейчас время крупных дел. Его глаза блестят. Речь идет о будущем Ривашоля, Гарри. Может... можете поднимать такими вопросами... донимать такими вопросами Леонардо. Он указывает на дверь. Он любит поболтать на эти темы. А я занимаюсь делами покрупнее, Гарри. В нем что-то изменилось. Он прямо заискрился, ожил, занявшись делами покрупнее. Я по поводу подписи, которую я получил, я знаю, что вы планируете выжить людей шумом стройки. Гарри! Качает он головы, вы уже должны были понять, что я не способен на такие коварные поступки. Однако, если шум стройки и ограниченный доступ к улице заставит некоторых людей задуматься о переезде, что ж, скажем, что в окрестностях уже будет отремонтировано несколько зданий, где эти люди смогут наконец-то качественно улучшить условия своей жизни. Я говорю об очень доступном жилье в дворцах для рабочих. Он гордо разводит руки в стороны, чтобы продемонстрировать размер этих дворцов. Масштаб впечатляет. «Значит, деревня обречена», — мрачно произносит лейтенант. «Вы ведь были там и все видели. Это заброшенная земля, там ничего не осталось. Но помяните мое слово, офицеры». Он бьет кулаком по столу и из кружки выплескивается несколько капель кофе. «Мы устроим там перезагрузку». «Перезагрузку?» «Перезагрузку», — повторяет он. «У меня большие... планы на Мартинес, и в них не входят люди, живущие в загонах для свиней. На побережье эту землю мы используем для постройки муниципальных зданий и бизнес-центров». «Ты о чем?» «Гарри, представьте себе объединенный молодежно-торговый церковный комплекс с сотнями... нет, тысячами рабочих мест. На побережье будут процветать предпринимательская деятельность и бурлить жизнь. Все эти разрушенные здания превратятся в доступное жилье». Он наклоняется вперед. «Гарри, всему есть предел. Мы вернем наш район себе. Война закончилась 50 лет назад. Господи, прости. Время двигаться дальше». Молодежно-торгово-церковный комплекс? Думаете, я в это поверю? «Доступное жилье есть. Хотя бы часть того, что вы говорите правду, то почему бы нет? Жизнь кивнуть». Так, вот это вот. «Именно, проект центра уже есть, есть место для торгового комплекса, а через 4 года дело дойдет и до церкви, колеса уже крутятся, Гарри, колеса прогресса, я не намерен мириться с этим послевоенным застоем, дети на улицах в буквальном смысле играют с собственными испражнениями, так продолжаться не может». Это искренняя боль, он видел детей, которые занимались и гораздо худшими вещами. А потом он воздвигнет огромный памятник себе, который будет над всем этим возвышаться. Погодите, а вы возведете памятник в свою честь? Я так знал, что вы что-то задумали. Похоже, вы все продумали. Вот это. Вот так вот.
Я не символист, Гарри, я реалист. Моим памятником ставят вновь отстроенный Мартинес, пятиэтажные жилые комплексы, дети, не знающие спидов и ненависть землевладельцев в Озоне. Это не будет, это и будет мой памятник, и ваш, это наше общее дело. Я так и знал, что вы что-то задумали. Конечно, замышляю. Черт побери, Гарри, он снова бьет кулаком по столу. Я собираюсь сделать рабочего человека таким же богатым, как Джойс, месье. Это моя задача, также ваша, охранять покой граждан. Давай. Однозначно, отлично, Гарри, отлично. Думаю, сегодня мы перекинули прочный мостик между Мартинезом и Джемраком. Объединили РГМ и профсоюз дебардеров. Его голос внезапно грустнеет. Это он указывает сперва на тебя, затем на себя. Так. Прекрасно. Жаль, что у нас не осталось больше совместных веселых дел. Но если вам еще захочется снять с моих плеч какой-нибудь груз, дверь всегда открыта. Остались ли у меня вопросы насчет порта? Нет. Прощай, Клер. Надеюсь, твой контейнер когда-нибудь упадет. Ты разобьешься к чертям собачьим. Так, у нас почти два уровня, что замечательно. У нас есть еще 1,5 часа. У нас после 22 будет ждать старушка с пистолетом. Я не могу сказать, что я этому рад, но не могу сказать, что я сожалею об этом. Хорошо. Старушка с пистолетом. Это звучит уже не очень хорошо. Так, дружище, ты мне можешь что-нибудь толковое рассказать? Лео, ты, кажется, всех знаешь. Я хочу спросить тебя об одном человеке. Расскажи мне об этом Эдгаре, которого ты все вспоминаешь. Господин Эдгар, это значит брат господина Эврара. Да, выглядит он помладше, но парень умный, очень умный. Он отлучился по профсоюзным делам, говорят, даже не в Ривашоле сейчас. Позволь прервать тебя, Лео, я хочу спросить еще... не перебивать, погоди. Он по всяким местам мотается, он и брат его оба мотаются, когда в отпуск уходит. Сейчас очередь господина Эврара приглядывать за профсоюзом, а прошлый год на всю зиму провел в Южном Сафре, он хмыкает. Уехал с первыми осенними дождями и вернулся только когда деревья снова зеленели, снова хмыкает. Южный Сафр, там организован довольно крупное производство сыпучих химикатов, а еще с ним налажено неплохое грузовое сообщение. Сделка, должно быть, была очень выгодная, раз поездка продлилась так долго. Ну понятно, химикаты так. Угу. Маньяна, Головомер, Тит, Эврар. Давайте про Эврара. Я лучше не буду. Ну, то есть, я бы мог, но не думаю, что господину Эврару это сильно понравится. Так что вы, господин хороший, уж сами его спросите. Хоть это кажется невозможным, но улыбка на лице Лео становится еще теплее. Так, Маньяна. Он член профсоюза до мозга костей. Хороший парень. Некоторое время колеблется. Он прямо спокойно, расслаблен такой. Ничего особого не делает. Иногда с Эвраром говорит. Честное слово, я не знаю, что он для нас делает, но должно быть что-то важное, потому что его все любят. Это точно, наверное, он просто помогает всем почувствовать себя получше. Головомер. О, это что-то с чем-то. Тщедушный мужичок начинает смеяться. Со мной он редко говорит, но когда случается такое, я обычно не особо понимаю, про что речь. Он внезапно замолкает. Пора сказать, думаю, ему не особо нравится, что я про него так говорю. Один раз он сказал одному своему братану, который пришел устраивать разборки с людьми из профсоюза, что он дракон. А тот, похоже, поверил, что так оно и есть, потому что задал такого стрякача. А другой раз он одного парня чуть до смерти не убил, но не надо мне про это говорить. Тит? О, Тит, морской волк до мозга костей. Говорят, он родился на лодке. Тщедушный мужичок потирает заплатку на своем локте. В его венах, наверное, морская вода течет. Вот что уж. Хороший, добрый мужичок, Тит. Такие дела. Похоже, он из тех редких экземпляров, которые получаются после того, как двое моряков падают друг на друга на палубе во время такого сильного шторма, что китов швыряет как щепки. Хорошо, Рене.
Это ночной охранник, он парень не особенный. Лео бросает взгляд на будку на стене. Суровый молчун, так сказать. Мы все время с ним болтаем, но я про него немного знаю. Он играет в питанг на площади с моим старым учителем социологии господином Мартином. Думаю, только он старика Рене по-настоящему знает. Они жили на одной улице всю жизнь, даже с одной и той же девочкой встречались, расстались долго-долго. Снова хмыкает он, странные они ребята, но господин Мартин всегда был очень добр ко мне в школе. Но помню однажды... Погоди-ка, Гастон был твоим учителем социологии? Господин Мартин, да, кивает Лео, я не слишком хорошо это помню, был еще совсем мальцом. Так, о другом нам с ним уже говорить не надо. Хорошо, что очень информативно и не очень затянуто. Спасибо, чувак. А, нам не сюда, нам сюда. Что в чертовом контейнере? Я сейчас больше с ним ничего сделаю. О, стой. Вот это что? Множество галогенных глаз фонаря наблюдает за тобой, издавая низкий гул. Вот мы сюда вечером зашли, по-моему. Недоступно. Убедить дверь открыться. Чтобы открыть эту дверь, проверку очки навыков риторика. Риторика. Существует искусство. Так. Я могу на два раза повысить? У меня два... У меня почти... А! Погодите, у меня почти три левела. Семнадцать процентов. Низкие шансы даже с повышенной риторикой. Да. Черт, прикиньте, можно убедить дверь открыться. Ладно. Поговорите с мусоркой и заберите свой пистолет. Некая женщина ходит по улицам, прикидываясь сотрудницей полиции, размахивая вашим пистолетом направо и налево. Встретите с ней в 22 возле старого рыбного рынка и получите обратно свое табельное оружие. Идите через рыбацкую деревню, пока не увидите пирс. С мусоркой встретиться. Интересно, какие там дополнительные требования к этому контейнеру. То есть, ну да, можно качать риторику до пупения, и у нас будет повышаться процент. Но к этому контейнеру надо будет... Я уверен, что там что-то есть. Прикиньте, если там наркота. Я могу качнуть еще раз, типа, риторику. И у меня много... интеллект основа плюс 5, риторика... Я все равно скоро уровень получу, поэтому давайте я еще раз риторику качну. Блин, это, смотрите, я не сказал бы, что это глупо, потому что риторика мне в любом случае еще понадобится для дальнейших убеждений и всякое такое. А сейчас, по крайней мере, мы узнаем, там было 17% шанс, да, на открытие контейнера. Посмотрим, какой шанс у нас сейчас. Насколько одно очко риторики поднимает нам возможность... И что у нас из одежки дает риторику? Погодите, инструменты, одежка... риторика минус один. Дайте, наверное, может пакетик убрать пока что. Я все равно не собираю. Техника, концептуализм, скорость реакции, грубая сила... Восприятие энциклопедии, эквилибристика, самообладание, электрохимия. Так, логика минус восприятие, логика. Логика. На логику у нас много вещей. Так, галстук, внутренняя империя. Трепет. Хорошо. Насколько теперь повысилось? 28 на десятку повышает. Давайте еще раз ломаем. Неудача, ясно.
Но одно очко риторики нам дает примерно 11% к... Мне просто кажется, что в этом контейнере что-то очень важное. И раз у нас так мало шансов его открыть, тем более нам стоит это сделать. В любом случае, риторика нам еще очень сильно понадобится в игре. Я думаю, что я сделаю. Когда я получу следующий уровень, можно будет... Может, почитерить немножечко. Я вкачаю, у меня будет 37 или 38% шанс. Это уже больше трети. Можно будет, возможно, посохраняться, позагружаться. Я немножечко не уверен, что это будет правильно. А, после 21 можно пойти спать. 21, 22... Хорошо. Я переживал, что у нас мало времени, но времени у нас оказалось достаточно. Инструменты. Давайте мы пакетик обратно возьмем. Я сейчас, пока мы вот здесь, возле танцев в тряпье, зайду и гляну, что можно сделать с катушкой и можно ли спеть. И потом мы, наверное, все-таки с вами отправимся на другую сторону. То, что я хотел сделать на этой стороне, почти все сделал. То есть я не поговорил с пролетаркой, что очень жаль. А, я твоего мужа нашел. Внушение, равнодушие. Жена... Лена, жена криптозоолога. Ой, здравствуйте, зайка. Снова ты, кажется, она тебе рада. Я встретил на берегу вашего мужа. Так, может, удастся убедить ее рассказать про крутых крип... 42, блин, повези, пожалуйста. Да, спасибо. Тут нет нужды в манипуляциях. Она и так с восторгом расскажет тебе о своих изысканиях. Просто спрашиваю. Нет нужды в манипуляциях, однако процент был меньше половины. Лена, я бы хотел узнать кое-каких криптидах, которые вы изучали. Могли бы вы рассказать о парочке? Ох, с огромной радостью. Папа сказать, мне тут не хватает общения. Лейтенант кидает на тебя вот этот взгляд. Один криптид, не парочка, один. Мы не станем устраивать тут выставку продаж криптодов. Я тебя понял. Ладно, Ким, один маленький криптидик, клянусь. Вот. Он кивает и принимает выжидающую позу. Ох ты ж, сложный выбор. Самый большой, самый маленький. Это было познавательно, но увы, надо обсудить. А бывают невидимые. Ну, давайте про невидимые. Какой интересный вопрос. Ответ, да, бывают. Разумеется, в любой сказке найдется кто-нибудь невидимый. Красавчик, Ким. Это ребячество, но я должен... Да, Ким, это ребячество. Но я должен знать. Ладно, не буду портить вам веселье, соглашается лейтенант. И что там с невидимым криптидом? Кол-до-ма-ма-да-ква. Поправляет очки, пожелает там. Это значит тихий шепот. Судя по всему, это именно то и есть. Самовоспроизводящиеся звуки волн, невидимые и неосязаемые. Он очень нас боится, поэтому его сложно уловить. Пфф, конечно. Ладно. Приблизительно переводится как шепот тихо-шелестящий. Спасибо, энциклопедия. Может быть, здесь... Он может здесь, может, оглядеться прямо сейчас. Какие есть свидетельства того, что животное состоит из звука? Их множество, собственно, именно свидетельства и помогли его открыть. В 20-е группа ареопагитов, орнитологов, так называются ученые, исследующие птиц, тестировали новую технологию, позволяющую записывать звуки, доступные человеческому слуху. Проигрывая записи, сделанные в предгорье Эа, они заметили определенные аномалии. Сперва... Те выглядели случайными, но при более детальном изучении их паттерны совпали с колебанием с колебательными сигналами певчих птиц. Ага, певчих птиц. Понятно. Вскоре ученые выяснили что возможно следить, даже предсказать паттерны, появляющиеся в четко ограниченном спектре ультразвуковых волн, даже выше, чем самые высокочастотные сигналы летучих мышей.
Паттерны эти напоминали сигналы к еде, спариванию и миграции. Тогда они поняли, что открыли новые виды, назвали его Колдомамадаква. Так по происхождению... Так, по... Перикарнаски. Тьфу ты, блин. Перикарнас, да. Так по перикарнаски называют голос Бога. Он говорит очень тихо. Продолжайте. Они безумно увлеклись этими птичками, увидеть их не могли, но все же различали разных и даже, он улыбается, начали давать некоторые имена. Имена? Арест, скорее всего, Тимьян, Жескен, кивает она, так звали некоторых вот этих птичек, которые отслеживались индивидуально. Ну-ка, шепот тихо шелестящий. Глаза ее светятся за очками. Да, это другой перевод. Оба красивые, правда? Вообще-то говоря, тихо, наверное, характеристика. Наверное, характеристика. Люди и другие животные не слышат звук, который издает вот эта даква, которым, потому что она очень, ну, что он очень высокий, а не потому что тихий. Он может быть где угодно, и мы не узнаем. Ведь она смотрит на нее со скепсисом. Ладно, хорошо, заинтриговали. Как животное может быть звуком? Многие ученые задавались тем же вопросом. Некоторые утверждали, что существо не сам звук, а крошечная корпускула, испускающая эти волны. Но эту теорию ничто не подтверждает. Но, может быть, здесь, прямо сейчас? Может, спокойно читает она. Я же говорю, он может быть где угодно, и мы не заметим. Может он звенит ежедневно и еженочно. Почему он так нас боится? Ответ печальный, хмурится она. С полевой работой помогла группа студентов. Они были полны энтузиазма и, не всякого сомнения, хотели впечатлить преподавателей. Но из-за них популяция даквы почти вымерла. Почти вымерла? Она печально кивает. Они хотели наладить общение с существами, а из инструментов у них был только звук. Так что они стали посылать звуки на частотах, совпадающих с частотой даквы. А что бывает, когда сталкиваются два звука одинаковой частоты? Эй, подсказываю, они гасят друг друга. Они гасят друг друга. Именно. Тесты эти проводили так неосторожно, что когда попали на нужную волну, то уничтожили основную часть популяции. Такой бред, офигеть. После этого корпускулы, кажется, куда-то мигрировали. Существуют и другие записи аномалий, схожие с тем, что фиксируют возле Эа. Но их очень мало. Уже невозможно утверждать, что где-то существует стабильная популяция даквы. Но, разумеется, во всех этих сюжетах повторяются одни и те же мотивы. Исчезновение, нефальсифицируемость, он прибавляет чуть приветливее. Но мне понравилась история. Очень рада, золотка, искренне отвечает на... Интересно, а что насчет... она нелегко улыбается. Что насчет чего? Самый опасный... Да, я все равно могу все это спросить. Самый опасный. К тебе придвигается лейтенант. Эй, вы обещали спрашивать только про одного крипто. Да, ладно, вернемся к делу. Согласен, извини, китс. Так, я встретил на берегу мужа. Ваш муж ученый. Я бы очень хотел побольше узнать. Нет, не буду. Вы не говорили мне... вы не говорили, что видели фазмида? Ой, ну зачем утомлять вас за старческой болтовней? Я напоминаю, что моя теория о том, что она его не видела, она так сказала для того, чтобы подбодрить мужа. Нет, мне правда интересно. Лейтенант рефлекторно достает свой любимый блокнот. Ну, стояло лето, начинает она. Я строила на пляже гоночную трассу из песка. Рядом были заросли тростника, высокие, несколько раз выше меня. И внезапно, сколько... Где это произошло и сколько вам было? О, я забегаю вперед. Мне было 5,5. Дело было в пригороде Бетанкура. У бабушки там была дача. Бетанкур разбомбили в войну. Это было недалеко... километрах 20. Что случилось? Самый странный момент в моей жизни. Я подняла глаза, и один из стеблей тростника пошевелился. Не как растение, а как живое существо. Поднялся и посмотрел на меня. Тело его раскрылось, как
как у какой-то странной складной игрушки. Никогда не видела ничего подобного. Я не знала, что так бывает, поэтому протянула руку и потрогала его. На ощупь он был как обычный тростник, но двигался. Нависал надо мной и качался. Она смотрит на тебя. А потом, секунд через 20, через минуту, он ушел обратно в заросли. Вы пошли следом? Попыталась, но я была еще ребенком. Там был ил, глубина, я потеряла его из виду. Просто стояла по колено в грязи и вертела головой. А потом... Я побежала домой и спросила бабушку, умеет ли тростник ходить. Рассказала, что он на меня смотрит. Она усмехнулась. Конечно, она до мной посмеялась. Но я-то знаю, что видела. Долгие годы рассказывала эту байку, когда хотела впечатлить мальчиков. Ну, вы понимаете. Она поворачивает... она поправляет волосы. Конечно, для большинства эта байка была забавной и странной. Да и для меня самой. Но потом мне встретился Морел. Моя теория о том, что она это выдумала... Остается, но, возможно, она это выдумала как способ привлечения внимания, а потом сама в это поверила. Окей. Я рассказал Я рассказал ему всю историю на первом свидании. Видел бы ты его лицо, но улыбается. Он сказал, что мое описание фазмита совпадает с известным до исследованного усика мраморно-белой конечности и то, как он двигался. Вы были на свидании? Да, на первом. Старушка нежно вздыхает. Вздох нежен, да, но чем-то омрачен. Какой-то думай, что не... Вздох нежен, да, но чем-то омрачен. Какой-то думай, что не выразить в словах. Любопытно. Надо каждый раз на драму надо выдавать отдельную интонацию. У него были белые конечности. Насколько я помню, не все. Некоторые внутри как мраморные стебли, если можешь представить. Он был большим. Когда ты сама маленькая, сложно оценивать, насколько вокруг все большое. Мне тогда показалось, что он даже больше меня. Но вряд ли. А если в самом деле? Лена, быть может, вам он примерещился? Померещился? Конечно, я об этом думала, но Морел говорит, что мое свидетельство совпадает с другими. Я уверена, что в детстве я ничего не слышала про фазмида. И мама моя тоже, и бабушка... Как же я могла вообще вообразить то, о чем не знала? Лишь позже, когда я подростком приняла рассказывать эту историю, мальчишкам они мне отвечали: «Лена». Она понижает голос, изображая мальчишек. «А, Лена! Чё, Гриш, видала австралийского фазмида в тростнике? Догонишь!» Она улыбается. А потом наливали сидра, ерошили мне волосы и велели не считать ворон. Но я его видела. «Ким, что скажешь?» Замечательная история. Закрывает блокнот и просто ей улыбается. Ну, он не верит, и я, собственно, тоже. Я думаю, что мы правильно делаем. Это другой мир и другая вселенная, я понимаю, но я считаю, что это неправда. Спасибо, что поделились. Круто. Я бы еще хотел... Нет, вот, я нашел... Так, всегда рада, зайка. Спасибо, что... Спасибо за возможность снова его оживить. Такой был день, она вздыхает. Я встретил на берегу мужа. Женщина сцепляет руки над пленом. Ох ты, господи, как он сказал, почему не возвращается? В порядке, не волнуйтесь. Как мы и подозревали, он не мог вернуться из-за поломки шлюза через канал. Сейчас ему осталось доделать немного. Ах, это там так по-морелловски. Если застрянет там надолго, наверняка простудится. Погодите, мы же отправили его обратно. Очко навыков приехало. Я так рада, что он в порядке. Спасибо, что хоть немного успокоили старушку. Пожалуйста. До свидания. С другими полицейскими поговорить не буду. Мне нужен магнитофон. Давай, давай, давай. Поехали наверх. Здорово. Очко навыков нам прилетело. Я попробую все-таки почитерить немножечко, мне кажется, с контейнером. То есть мы два уже в риторику бухнули. Так, магнитофон мне нужен. Я оплатил постой на сегодня, погодите. Почему магнитофон недоступен? Погоди, магнитофон был всегда доступен. Кого фига? Надо поговорить с этим. Если я плачу сегодняшний номер... Я не помню, платил я за него или нет. Так.
Об оплате постоянно на сегодня. На стоимость 20. До свидания. Хорошо, сегодня номер важный, не забывайте. Завтра понадобится еще 20. Да-да-да, продолжить. Я нашел в танце новую птицу. Дать ему чучело. А, чучело рябчика, я забыл про него. Держи. Мужчина забирает чучело. Это еще что? Пустяк. Просто подумал, что рябчик будет тут хорошо смотреться. Такой же я коп. Гард управляющий, та-та-та-та-та, какой с задатками дизайнера интерьеров, он несколько подозрительно осматривает птицу, потом смягчается. А вообще, извините, неплохая птица, вполне приличное чучело. Я могу прикрепить ее к плашке, и у меня не будет, ну, новая птица в заведении. Он медлит, даже не знаю, спасибо, наверное, скажу спасибо. Стойкость. Это ты ради... кардиоупражнение. Вышло классное кардио. Проживешь до 90, если не словишь инфаркт от беготни. Сегодня мы хорошо проработали, кивает лейтенант. В мелочах вся суть. Например, когда приносишь людям разные чучела. Суть вообще не в этом, но ему правда понравилось. Круто. Я забыл про чучело. Честно, забыл про чучело. Мы у девочки отжали это чучело, и я про него тупо забыл. Когда это было? Просто серии 2-3 назад. Магнитофон дайте мне. Почему я... Или магнитофон будет доступен только вечером? Электрохимия, техника, низкие шансы. Инструмент должен быть в руках, чтобы разбить зеркало, что ли? А, минуточку, починить вентиль, ухватив болторезом, чтобы резко перестало... Что? А, болторез, погодите, у меня же есть болторез. Пока, стоп. Болторез. Техника. 72. Неплохие шансы. Спасибо. Вентиль жутко покорежен, но по частям его вроде можно завинтить на место. Ты ловко орудуешь болторезом, прикладывая сколько надо давления. Вентиль принимает узнаваемую форму, пар прекращает валить. Говорил же, этот болторез тебе понадобится. Все связано. Во всем есть смысл. Электрохимия. А теперь у нас зеркало... Попытаться снова процесс гримасы. Зеркало медленно начинает проясняться. Даже протирать не надо. Пожалуйста. Неудача на 72%! Что у нас есть на электрохимию? Одежда. Плюс электрохимия, минус эквилибристика, да? Самообладание плюс на... Погодите. Это у нас два техника плюс на электрохимию. Мне нужно было вот так сделать. Ах, черт ты. Логика, логика. Трепет. Плюс электрохимия. Недоступно. Знаете что? Иди сюда. Электрохимия. Я все равно еще один уровень когда-то получу, но мне интересно сейчас на это посмотреть. Авторитет, эмпатия. Вот, электрохимия. Как раз мы можем последнее сюда вкинуть. Отправляйтесь на планету тусовок. Вы любите наркотики, и это взаимно. Черт. Ладно. 97%! Давай! В тебе будто надрывается что-то. Не то, наверное, окончание, не то мысль, не то какая-то боль. Вдруг из зеркала смотрит лицо без похотливой ухмылки. Бог знает, сколько его корёживший. Бац! И оборвалась дежурная шутка, в которой превращалась твоя жизнь. Теперь на тебя смотрит унылый старик. Ради этого... Ну, по крайней мере, наше лицо изменилось.
Мы побрились, и теперь наше лицо изменилось. Так, ставим на место все, что у нас там было. Это полицейская волна, визуальный анализ. Возвращаем штаны. Королевству совести возвращаем. Ну-ка. Хорошо. Еще один уровень. Я все-таки его наберу, и тогда мы пойдем к контейнеру колдовать. Я думал, что вот это очко навыков у нас пойдет к контейнеру. Ну, зато мы решили все проблемы у нас в номере. Я не знаю, почему я не могу воспользоваться этим музыкальным проигрывателем. Наверное, это можно будет сделать после отбоя. Ну, мне кажется, что это было бы логично. Хорошо. Отсюда мы пока что выходим. У нас еще есть время. Я боялся, что мы что-то не успеем, но у нас сейчас 20 часов. Через час отбой, через 2 часа можно будет поговорить с мусоркой и вернуть наш пистолет. Я так понимаю, что это будет опасно, и нас там смогут пристрелить. Однако нам обязательно нужно будет сделать. Давайте, наверное, пока что на этом серии закончим. Вот она, F5-очка. В следующей серии все-таки пойдем на ту сторону. 2 часа потратим на исследование той стороны, у нас оставшиеся 2 часа. Мы убрали ухмылку с лица и побрились. Я не знаю, хорошо это или плохо то, что мы убрали ухмылку с лица. Теперь мы выглядим серьезней. Хорошо, все, ребятушки, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек и всем покеда.